Время ответов. Так. Один день назад. Не знаю. Дзе. Задает такой вопрос. Не знаю, видели ли вы мой вопрос. Я как-то вам задавал в комментариях пару недель назад. Я спрашиваю про сатвическую пищу. Ваш выбор и мнение. В этих видео вы в полной мере раскрыли эту тему. Вопрос исчерпан. Нахожу понимание со сказанным вами. Спасибо. Сатвическая пища. Сатвическая пища — это та пища, согласно аюрведе, восточной философии, которая наиболее подходит человеку. Даже несколько не так. Я кое-чего уже подзабыл. Смотрите, существует пища, согласно аюрведе, нескольких видов. Значит, тамас пища — это такая пища, в которой энергетический потенциал понижен. Понижен — это, как правило, старая разогретая еда, ну, можно сказать, где-то там даже там залежавшая пища. То есть она не стимулирует человека так, как надо. То есть в ней нет, ну, достаточно питательных веществ и энергии, на которых бы человеческий организм расцветал. Дальше идет, согласно этой классификации, раджасическая пища. Раджасическая пища, от слова раджас, это, ну, будем говорить, как бы сказать, не демоническая пища, а пища, которая очень сильно активирует, и так активирует, можно сказать, человека, что он перестает контролировать свои, сам себя перестает контролировать. То есть она, с одной стороны, очень сильно активирует, и за счет этого она выводит, разбалансирует организм человека, его, значит, функции, энергетику. И в результате ее можно применять, ну, тогда, когда надо, допустим, взбодриться перед чем-то там, спортивными соревнованиями, там, или еще что-нибудь такое. Но для повседневного питания она не подходит. И, наконец-таки, пища сатва. Сатва — это такая уравновешенная пища, богатая питательными веществами, с энергетикой, как правило, это свежая, только что приготовленная пища, это важно понимать. Потому что пища, которая постояла, хорошую пищу приготовили, но она постояла. И повторно разогрели ее, она уже приобретает вот эти вот инертные тамасические свойства. Вот в чем заключается. Поэтому, естественно, с этой позиции свежие салаты, слегка тушеные овощи. Вот овощи надо тушить, вот вы ее приготовили, особенно в холодное время года, и вы их на огне тушите до полуготовности, чтобы она еще хрустели, они хрустели. Вот это то, что надо будет. Это будет хорошая сатвическая, значит, пища. И сразу же съедайте. Если она постоит, значит, она превращается не в то. Вот когда обильно снабжают эту пищу специями там различными, вот она начинает приобретать вот такие свойства раджаса. И что еще сказать? Значит, это, как правило, свежая еда, свежие продукты, свежеприготовленная пища, которую сразу съели. Вот такая пища лучше всего питает человеческий организм, и он на ней прекрасно существует. Разобрали этот вопрос.